Дын-дры-дым. Ну, кто первый? И удрал сразу. Следующий кричит заведующий. Тын-дры-дын. Тын-дры-дын. Следующий ученик забрал. Следующий кричит заведующий. О, рычалка пошла. О, да ни хрена себе. Чуть не ругнулся, как рычит. Вот кого лектор у нас так орёт. Дай. Даже страшно телефон дышать вдруг бросится. Вот она, морская рыба, кефаль, какая вкусная. Кефаль, а не тефаль. Кефаль. Кефаль. Да. Тефаль сковородка, а рыба кефаль. Ну, когда пятнышко так рычит, можно сказать и тефаль. Потому что кефаль жарилась на тефаль. Все аккуратно едят, да? Все, вроде не рычит больше. Я так не поближе подвинуть. Ну, где же я? Пока они едят, снимем немножко цветочки. Вот лилии. Вот бананы. Сбоку надо снимать. Еще тигровые лилии. И вот гладиолусы разные. Нежные, яркие. Сиреневые, розовые, барбарис, зеленые. Все красивые. Темно-сиреневые, светленькие, зелененькие. Иду. Эй. Иду. Рыжий, огонек. Ну, отойди. Раз, два, три. Вот они звуки. Мотоцикл завелся. Да-да-да, вы слышите? Или только нам слышно? Точно, советский мотоцикл поехал. Еще. У-у-у. Да-да-да. На поворотах так. Вот ты смешная мамашка. Посмотрим твоих деток. Вот как гонёчек спокойно кушает. Цилечка, все лапочка, его можно даже гладить. Цилю погладили. Пятнышку не советуем. Ну ладно. Чашка большая. Пятнышко. Пятнышко, идем. Новый мотоцикл завелся, третий уже. Да она так всю чашку будет есть. Рыжего. Вот лектор такой же, да? Один в один. Отпрыгнул аж. А цильку погладь, цилька спокойно. Не мешай кушать.